привет, друзья! Изготовили такую консоль, она выполнена из шпона ореха, покрыта сверху лаком. Значит, особенностью этой консоли является то, что полностью контур, он склеен на производстве, поклеен шпоном, и здесь у нас нет никакого стыка. Следующая особенность – это то, что фасад и бачок, они запилены под 45 градусов, то есть в целом нам это дает такую монолитную конструкцию, где нету видных ни столешниц, ни бачков. И также здесь везде совпадает текстура. Вот такая консоль получилась. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Привет, друзья! Изготовили такую тумбу по дизайну клиента. Значит, клиент придумал все сам, наше дело было только изготовить. Значит, тумба выполнена полностью из МДФ, покрашена матовой эмалью. Здесь присутствует много запилов под 45 градусов, в том числе контур под 45 запилен. Сверху столешница лежит из МДФ 6 мм, она также запилена под 45 градусов. Значит, вот этот внутренний контур, он тоже выполнен из МДФ и также запилен. Здесь у нас присутствуют два фасада на петлях Блюм. В центре сделан вырез для проводов. Вот такая тумба получилась. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Также мы здесь сделали подвесную тумбу. Контур ее сделан из шпона ореха. Он выполнен в толщине 36 мм. И вот здесь передняя грань данной тумбы, она еще спилена вовнутрь. И вот за счет того, что толщина 36, вот по диагонали, когда срезается данный угол, посмотрите, насколько он так объемно смотрится. Вот. Фасадная часть у нас также МДФ эмаль. Тоже с фрезеровкой. Фрезеровка у нас, в принципе, везде одинаковая на конструкциях вот этих. Здесь у нас располагаются выдвижные ящики, открывающиеся от нажатия и закрывающиеся также нажатием. Привет, друзья! Изготовили такой комод. Все лицевые части выполнены из МДФ, покрашены матовой эмалью в белый цвет. Фасады на комоде распашные, они открываются при помощи запила. Это вот так. Значит, главной особенностью этого комода является это боковые элементы с радиусом. Значит, столешница является каленое стекло, покрашенное в белый цвет. Комод стоит на железном основании металлическом, покрашенный в черный цвет. Все фасады распашные. Также в комоде присутствуют выдвижные ящики. Выдвижные ящики – это тандем полного выдвижения от фирмы Блюм. Вот такой комод получился. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока. We'll be right back.